Свой отчет Мурат Мукаев начал с цифр. Городоначальник рассказал, что бюджет 2018 года был завершен на отметке 41,4 миллиарда тенге. Это на треть больше, чем в 2017 году. Основная часть бюджетных средств была направлена на социальную сферу. Это образование 39% или 16,1 миллиарда тенге, строительство 24% 10,2 миллиарда и жилищно-коммунальное хозяйство 21% 8,8 миллиарда. Всего на развитие города в 2018 году из всех источников финансирования было выделено 20,5 миллиардов тенге. За отчетный период объем промышленного производства имеет устойчивую тенденцию роста и составляет на сегодняшний день индекс физического объема. Рост составил 113% или 165,9 миллиардов тенге. Также была затронута одна из актуальных тем, которая на сегодняшний день волнует жителей города – это строительство жилья. В 2018-м в городе начали возводить 26 многоэтажных домов. Из них по государственным программам 15. В конце прошлого года в эксплуатацию сдали 6 домов. За счет частных инвестиций построено 1300 коммерческих квартир. Из них по программе 7-20-25 получили ключи 120 семей. В прошедшем году началось строительство нового микрорайона «Аржай», который, как вы знаете, располагается между Зачаганским и Деркулом. В нем будут размещаться более 150 домов на сумму 3,9 миллиардов тенге. На данный момент проводятся инженерные коммуникации. Общая протяженность там сетей составляет свыше 130 километров. Площадь нового микрорайона с учетом новых присоединенных территорий составляет 750 гектаров. Наряду со строительством нового жилья ведется работа по сносу аварийного. Всего в Уральске насчитывается 41 аварийный дом, и почти половина из них будут сносить. Ветхих домов в городе станет меньше. Реализуемая государственная программа 7-20-25 будет способствовать обновлению облика Уральска. Не обошли стороной строительства дорог, которые должны быть самыми лучшими. Так ранее заявлял Алтай Кульгинов. Мы целенаправленно идем по этой поставленной цели. На сегодняшний день за 2 года отремонтировано более 120 километров дорог. Капитальные и средним ремонтом. В 2018 году, вы знаете, отремонтировано порядка 50 километров дорог на сумму 7,5 миллиардов тенге. Если в 2017 году было освоено 8 миллиардов, то в 2018 году, соответственно, такой же темп мы сохранили. Работа проделана большая, подытожил Мурат Мукаев, но сделать предстоит еще больше. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. 400 миллионов.